А где здесь? Угу, где маленькие? Это один вроде. Вот второй. Ага, осиное гнездо. Спасибо большое, жена. Приходите почаще. Я смотрю, ты с этой стороны уже все эти закрутил? Они только с этой стороны есть. С той стороны нету. А мне надо закручивать? Нет. О, отлично. Зерно хорошо проросло, и как раз самое время курям давать, потому что когда еще больше оно прорастает зеленым, не очень-то они его едят. А вот так вот, сейчас посмотрим, как они вырастающие. Сейчас вам тоже дам. Зерно принесла. Сейчас иду. В этот раз голодный, конечно. Ромашка возмущается, куры возмущаются. Все, несу. Слази. На, держи. А, конечно, комбикорм так кушать. И что, тебе тоже надо? Очень надо. Сейчас принесу. Что, зубы все старенькие твои, да? Или жуется? Я думаю, что это куры сегодня такие неугомонные? Кушают. Оказывается, я туда зерно-то насыпала, и оно там забилось. Я-то думаю, ну давайте открывать вам все теперь. А я обычно им еды столько даю, у них еще остается. Думаю, что сегодня они такие голодные? Ну ладно, сейчас еще наедите, бедняги. Такой снег крупный, как весной. И дождь вроде собирается сегодня. На улице вроде плюс один. Ну, вылази. Ух, сколько всего здесь у нас накидано. Но в этот раз мы за сеном. Артем Андреевич вовсю работает прям с раннего утра. Как раз все, он уже на улице. Хочет очень быстро закончить. Ну, в принципе, у него там остались штрихи. Последние. Привет. Привет. Сена у нас в этом году остается гораздо больше, чем в прошлом. Не знаю почему.
А, потому что у нас кроликов меньше количеством на зиму мы оставили, наверное, поэтому. Но сено мы купили в этом году, оно прям огонь. Как говорится, хоть сам ешь. Очень хорошее сено. Что нашла там? Клад. Клад? Да. Наконец-то мы нашли клад. Будем богаты. Богатыри, да. Ромашка с этой с морозкой сена хорошо поели, вот несу им. Посмотри, здесь даже вон какое. Веточка какая-то, они выбирают такие. Я говорю, в этом году сено такое хорошее, хоть сам ешь. Ну, слава богу, у нас есть что есть, кроме сена. Это знак качества, Артём Андреевич. Это не вопрос к действию, а знак качества. Хорошо. Да? Ну что, дамочки, снег подъехал. Воду они почему-то не так пьют, а вот снег. Прям целое ведро за день могут съесть. Приятного аппетита. Главное, ведро с снегом стоит рядом с поилкой с водой. Снег едят, воду не пьют. Ну все, картошку с комбикормом вылезали, да? Теперь можно и сено поесть. Вот правильно, Марусь, покажи пример ромашки. А то ромашка что-то вот только по комбикорму. Приятного аппетита. Что-то целоваться пришла? Ромашка понимает, что она уже все на пенсии. Она только один комбикорм ест. Нельзя так, надо сено тоже поесть, понимаешь? Зимой, а ты куда собралась? Ну, хочешь выйти? Ну, пойдем. Пойдем? Ага, вот она куда. Там комбикорм опять. Ну, выходи на улицу. Ну, на улицу не хочешь. Здесь прогулялась. И опять комбикорм. Нет, все, хватит, нельзя много комбикорма. Нельзя, правильно говоришь, нельзя. Сено поешь немного. Ну, посмотри на Морыську. Образцовая показательная коза. Правда, орет много и всегда. Ну ладно, ешьте. Итак, я закрепил уже все коротыши. В эту сторону также все практически закрепил, кроме крайней. Вот этот узел самый ответственный, поэтому доски я здесь сдвоил. И получилась часть, как вальмовая крыша на беседке. Тоже сами делали. То есть вот так вот она выглядит. Такая елочка идет. И туда дальше... Они закреплены все, вот эти вот стропильные ноги. Предпоследнюю мне пришлось закрепить здесь вот таким образом, поэтому я сделал их сдвоенными. Вот это вот еще не закреплена. Вот. И чтобы нагрузки не было вместе вот в этом, я сделал вот здесь закругление. Вот, поэтому здесь получается 150 мм, поэтому и сдвоил эту балку. А последняя балка, она пойдет оттуда... И где-то должна приходиться вот сюда. Я не знаю, скорее всего, придется ее закреплять на опору. Вот. В принципе, на нее нагрузки такой сильной не будет. Она будет крайняя.
А вот на вот этой сдвоенной балке и вон на той одинарной 200-й будет висеть гамак. Значит, 4 опоры будет, и потом покажу, как это будет выглядеть. Перед тем, как укладывать крышу, я хочу вот этот вот, мне надо обрешетку укладывать, вот, а я не хочу, чтобы она была в воздухе, видите, здесь как узел сделан. Поэтому мне вот этот кусочек надо убрать, здесь 4 волны всего. Я его уберу, подрежу обрешетку на стропильной ноге по центру, и от нее уже потом буду дальше обрешетку продолжать, 6-метровую. Вот, а потом уже будут потихонечку демонтировать, вот здесь тоже попробовал. Снять андулин, по-моему, здесь целая длина, здесь подрезать ничего не надо. Свес, кстати, здесь 7,5 сантиметров, 7,5-8 сантиметров, насколько я помню, от обрешетки. Обрешетка идет в край стропильных ног, прям в край идет. И вот здесь кусочек 7,5-8 сантиметров, это как производитель говорит. Так что сейчас вот потихонечку отколупываю, здесь лед вот есть большими кусочками. Сейчас буду это все чистить и убирать. Мне интересно, как вот это себя поведет. Ну-ка. О, это хорошо. Потихонечку можно их убрать, в принципе. На конце потом поставить вот эти вот. Отлично. Ну вот потихонечку надо подбивать. Делаем раз. Делаем два. Ах ты. Даже так снимается. Делаем три. Ну, это еще пригодится. Здесь отверстие не такое критичное. Вот, отлично. Здесь надо освобождать. Опа, опа, опачки. Опа. Ух ты, какой лед здесь большой. Так, лёдик. Привет, красотки! Здесь немного, но... Ой, комбикорма-то накидали опять, а? Сейчас воробьи прилетят, комбикорма-то добро. Я тут, петушок. Да проснулись уже, проснулись. Что ты там все горлопанишь? Хозяева проснулись раньше тебя. О, на сено таскает. Скоро кольчата будут. Закрывай. Ну все, да, не будем тебя. Но она уже такая, как большая, как боров. Вот это вот надо постелить. И все. Будет еще близко красота. Вот. Это получается на полу палас. Там у нее ковры. Так, соседка. Ну, если не проехать из-за снега. Тебе тоже чистка приехала. Но здесь вот как раз хороший этот пример по поводу соседей. Здесь пол кормушки, пол клетки натаскано сено, комбикорма, свои отходы жизнедеятельности. А у твоей соседки там видела, как чисто все? У ее соседки я чистил. А я-то тут. Я чистил, ну вот когда потепление было зимой. А, ну вот сейчас, кстати, тоже вот капает у нас здесь. Знаете, все уже. Плюс один. Плюс один снег. О, видишь, капает. Видите? Oh, my God.
Я тебе на хвост сейчас наеду, ну. Давай бегом. Вперед. Папа. Во. Ты говорил, что снега немного. Посмотри, вот мне здесь по колено, это где-то полметра снега. Посмотри, я снег чищу. Здесь травка зеленая. Понимаешь? Это не лук? Нет, это не лук. Это вот который конский щавель, или как он там называется, он даже не замерз. Будешь? Ну, из него можно что-нибудь сварить. Рыжая не хочет, ну ладно. Нет, там борщ добавить нельзя? Нет, щавеля нормального. С конского щавеля, мне кажется, его никуда конский не... Конский борщ получится? Ладно, спасибо, пойду дальше чистить. Царапа, ты чего там нашла-то? А? Лапы-то ты сломала? Ничего себе, наш папа работать вообще, да? Че ты говоришь? Кошка ломает, не лобзи, полотна для лобзиков. Вот нашел на кого скинуть. Да, либо царапа, либо лапа ломает. Не, на самом деле это я сломал, потому что много пилю лобзиком. И, наверное, уже 5 полотен сломал. Надо будет новые заказывать. Скорее всего, буду заказывать на мегамаркете, потому что там акции всякие разные. Я вот до этого заказал телефон Кате и вот этот астронавт, который показывали до этого. Ага, а скажи, какие скидки-то? Со скидкой 40% уже вернулся кэшбэк, ну, на карточку получается. И буду заказывать, сейчас выберу себе полотна. По металлу сломал и по дереву. Надо будет заказать отдельно и забрать их уже в пунктах выдачи через пару дней, наверное, придет. Также удобно, что на Мегамаркете можно оплачивать покупки до 99% бонусами Сберспасибо. К примеру, сейчас действует повышенный кэшбэк до 50% на строительство и ремонт до конца января. А вообще на Мегамаркете достаточно часто акции проводят. Вот сейчас мне сообщение пришло, наличный промокод, может быть, у кого-то он такой же, на скидку 2000 рублей от суммы 4000 рублей. То есть заказ сохраняете на 4000 и вам возвращается потом кэшбэк. Вот, то есть пока с вами разговаривал, здесь заказал полотна для лобзиков, через пару дней придет на ближайшем ПВЗ, благо их 60 тысяч по всей России. Вот, поэтому через 2-3 дня мы поедем в город и заберем мои полотна, а то они ломаются очень часто. Короче, все полезные ссылки, а главное промокод МЕГАРЕМОНТ на скидку 1500 рублей, на первый заказ от 5000 рублей будет в описании под роликом. Я пошел работать. Где полотно? Готово, шеф. Я обрешетку уже начал укладывать на эту сторону. И что я заметил? Заметил, что здесь, ну, неравнозначная диагональ. И получается, у меня вот эти вот углы, они разные. Видите, здесь так запилено, здесь так запилено. Вот, и расстояние, соответственно, вот здесь между обрешетками больше. Я, скорее всего, сюда еще сотку между ними поставлю. И надо будет смотреть, где у меня будет нахлест друг на друга андулина, чтобы не пролететь с доской, чтобы этот нахлёст был скреплен. И я вот здесь, с этой стороны, с угла, не закрепил вообще этот андулин специально, для того, чтобы вот здесь вот обрешетка, я ее сейчас подрежу, вот они, с той стороны и с той стороны, и продлю ее до вот этой вот сдвоенной диагонали. И как раз у меня все ровненько ляжет. Вот здесь потом видите, как провисает андулин. Я уже говорил об этом, что неправильно сделал. Это, в принципе, потом подрежется ровненько. И все будет лежать ровно. То есть мне сейчас нужно обрешетку довести до сюда. Две линии и туда, в ту сторону. Плюс еще надо сотки принести и закрепить их здесь.
Единственное, вот там вот угол снизу потом покажу. А здесь у меня вот такая вот канитель. Идет нестыковка за счет того, что не вот эта диагональ в квадрате, а прямоугольники диагональ, поэтому она, ну, углы разные. Поэтому идет здесь хоть и 390 мм вылет, и здесь такой же, но получается, что вот какой-то небольшой нисходняк надо будет обдумывать. Либо здесь лобовую полтинник делать, чтобы было все ровненько, либо как-нибудь по-другому. Ну, в общем, пока это выглядит вот так, потому что здесь расстояние одно, вот здесь вот в проходе, здесь, по-моему, 1500, а вот здесь вот уже 2,5. Поэтому диагональная, она упирается на Маурлат, получилось именно вот под таким углом. Надеюсь, это как-то я смогу обыграть, чтобы было красиво. Царапа. Так, кондрашка, хватит. Ты чё так? Снизу это выглядит вот так. Обрешетка. Сверху-то, понятно, не очень красиво, но вот снизу выглядит, в принципе, достойно. Единственное, что если я сотку буду делать, то это как бы отдельные линии будут. Но без них, я думаю, что здесь нельзя укладывать потом андулин. Ага. Сабельная пила бы помогла. Интересно, хватит или нет? Ага. Флаттер этот. А где? Где ты здесь? Мама не досаливает, ей хватает соли, а мне не хватает. Ну, видите, какие мы люди разные, Надя же насолила. В общем, мы сейчас поужинаем. Пойдем и все. Нет. Отдыхаем. Елку надо разобрать. Кто-то хотел елку вечером сегодня убирать. Надо разобрать. Я вчера хлебушек испекла. Он такой прям получился. Прям. Иногда Абаль. Очень... Хорошо, что хлеб заканчивается дома. Да. А сейчас, да, мы редко выезжаем что-то. Вот надо будет на днях опять выехать, купим. А сейчас... Котяночек, как тебе плов-то? Ну, хотя... Соль? А, вот соль есть. Это скорее рисовая каша, чем плов. Ну, так вот, как дома на сковородке у меня получилось. Тоже нормально. Ну, да, как-нибудь надо будет плов еще на этом... На костре. В чугуне приготовить. А? В казане. Ага. Ладно, все, мы тоже садимся, а то Соня стесняется. И я к вам иду. Приятного аппетита. Приятного аппетита всем. Спасибо. Подкинем сюда наверх. Там 5 штучек их. А потом... Мне еще приколачивать, там шурупить, там еще достаточно много. Не знаю. Похоже на снег. А? На снег похоже. Один, да? Ага. Ай! В общем, у нас снег пошел, еще больше, как будто бы мокрый дождь. Я уговорила Тему, чтобы я ему помогла наверху. Сейчас буду там ему помогать. Крайне ответственные работники нужны? Прям крайне ответственные. Я Валю уговаривал, не надо сюда лезть. Ну я хочу тебе помочь по-быстренькому, просто я же смогу. Сиди на одном месте. Нет, что сидеть? Сидите и думай. Забивай гвозди вокруг себя, чтобы я подошел, у тебя вокруг чистокол из гвоздей был, понял? Нет, я этот помогу тебе. Просто на месте стой. Так, как часто их забивать сюда? На каждый? Каждую, вот где перекладина идет. Я тебе сейчас покажу. Там все видно. Окей. Гвозди вон. Есть, сэр, приступаю к работе. Буквально я тебя минут на 15-20 отвлеку. Здесь вот тебе работа. Ой, я прям такой занятой человек там.
Нормально все, можешь, давай, пока я согласна. Да, ну пока согласна, хорошо. А то сейчас все передумаю. Тогда идите, пока не передумаю. Так, молоток вот. Да, все, приступай. Скорее всего, уже ничего не видно. Снег пошел у нас. Темнеет на камеру, скорее всего, все черным-черно. Ну, похвали своего суперответственного работника. Да, ты вообще жена у меня умница. 20 минут, и все, вот мне подбило здесь гвоздями, вот, видок, пока я здесь напиливал. Конфетку заслужил, можно 15 минут из диеты слезть. Ага, но вечером даже можно пару конфет съесть. Вечером можно слезть с диеты немножко. Да. Ну, короче, мы сейчас продолжим. Завтра включимся, когда светло будет, да? Конечно, конечно. Я еще здесь фонариком буду работать. Кстати, надо его подзарядить немножечко. Мне надо будет и андулин положить, и все проверить еще раз. Вон там кусочка не хватает. Слушайте, уже все вырисовывается. Я так рада. Тёма, конечно, задолбался это все делать уже. Но я очень рада. Задолбался из-за погоды больше. То ветер, то дождь, то здесь очень скользко, очень опасно. Я здесь чуть что сразу это... Да. Я стараюсь аккуратно ходить. Красавчик, спасибо тебе большое. Скоро будем гамак вешать. Это, знаешь, я вспомню, этот кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Короче, друг друга нахвалили. Ладно, продолжаем. Сейчас выключим камеру. Давай быстрее работай. Ну, у нас так не бывает. Чего? Конечно, нет. Ну, цивильно. Сейчас все броси, просто домой пойдем. Доброе утро! Вот и настал момент, когда надо закреплять уже крышу, андулин на крышу. Снег вчера прошел, я надеюсь, будет плюс один, чтобы вот это вот все оттаяло. Андулин спокойно положить, без всякого снега. В общем, сегодня, я надеюсь, будет крыша готова, но это не точная информация. Хочется, конечно, все побыстрее сделать, но иногда что-то не получается. Так, лучше еще две, наверное, возьму. Опа, да. Две нормально. Два листа нормально. А? Ты где, говорю, жена? А здесь даже этот паусина есть. Да? Угу. Уже обжили андулин. Ой, ой, ой. Он вообще кривой какой-то. Кривой. На крыше выровняется. А? Думаешь? Да.
Еще раз доброе утро всем. Ну что я вам могу сказать? Немного я не успел доделать нашу террасу. Там сверху немного крыши осталось закрепить и гамак повесить. В следующем видео, наверное, в следующем видео это все сделаем и покажем. Погода не позволила мне. То дождь, то снег, непонятная такая катавасия, короче. Но в целом Вале и мне нравится вот этот навес. Он и из окна смотрится такой прям, ну, уже не пустота какая-то. Да и наши просторы из окна видно. То есть терраса не мешает нисколько. Плюс уже вырисовывается здесь диванчик, гамак. Повесить фонарики какие-нибудь, и будет очень красиво. Огромное вам спасибо, что проявляете интерес к нашему каналу, ставите лайки, комментарии пишите. Вот, огромное вам спасибо. Увидимся в следующем видео. Всем счастливо, всем пока.